все быстро зарастает. Так я вот эти труба. 4, кажется, года не было. Не узнать. Вон что. Как все изменилось? Какие-то объездики есть. Вообще классно в лесу. Знакомый камень. Сейчас посмотрим. Да. Вот время. Время все меняет. И уже слов хита здесь нет. Только остатки вот тут вот. Да уж, как все изменилось. Здесь-то, конечно, ехать попа полная. Объезд. Защита оторвалась, пластмассовая, под крыльями, вот и гудит. Так, ну конечно. Заденем. Нет. Это что там? Наверх, что ли, выскакивает? Или здесь? А? Доеду до места, там защиту. Немножко подрихтуем. Одну лужу проедешь, другая нарисовывается. Вообще вот такие вот зеленые, они неприятные. Застойная вода, то есть.
давно стоит там. Тина бывает. И лучше некоторые с краю проезжать. Но это нет, конечно, это середина. Ну вообще сама третья речка никакая. Что-то речки нет даже. Может, к видео прицеплю там когда-то. Давным-давно. Ух ты, здесь разбили, да? Там вот за этой лужей. Вот здесь объезд был. Так. Пришлось часок повозиться. У нас есть страна идет. Рельветку ставишь на бампер, но усиленный. Ловят и кричат: паренек, давай штраф плати. Во-вторых, сейчас можешь, давай ей техпаспорт, да на мою старую машину никогда. Паспорт не впишут. Надо, чтобы все хорошо было. И еще усиливаем давление. Заеб... Копья Дуйская дальняя. Ну, заросло, конечно, все. Давно не было. Интересно, копь даже в отвалах интересно порыться. Но у нас цель немного другая. Опа. Это что? Хрена себе. Да. Да, смотрите-ка, пята. Я думал, ложная пята. Нет, вылезли на краю тут. Цель другая. Посмотреть. Все же много лет прошло. Пробежаться по копьям. Есть часа два, три. Нет. Или груздик, или скрипун. Конечно, вот видите, чтоб какая-нибудь скотина не упала туда. Все правильно сделано. Вот. И другие скоты, чтоб не лазили вроде меня. Ой. Где-то видео есть, я показывал. Ядро кварчика уходит. Вон там вот. Туда. Там и работали. И еще есть здесь яма глубокая тоже. Хорошо. Отвалы-то, видите, как заросли. Вон там, по-моему, яма дальше. Отвалы так заросли, что... Ой, не знаешь, где копать. Губина я несколько раз подвозил сюда. Ого, а это уже свежье. Он в отвалах копал, ну, что, всякие редкости находил, на которые
хита не обращает внимания. Ну и что здесь не надо было рыть? Ну что прожилок? Ну и что прожилок пегматита с небольшим кварцем? Ладно, не пойду дальше. Поедем. Дорога очень тяжелая, конечно, ехать. Столько лет не было. Надо ехать на несколько дней, чтобы спокойно. Красавцы, взять вас, что ли? Ищи, что там у нас будет. Ну, как и ожидалось, старая. Стоят шапки. Ух ты, это камни. Это камни. Вот натюрморт, видите? Пегматит. После третьей речки тут вообще что-то осенью пахнет. Листья облетают. Тут лес тяжелый такой. Хвойный. Снился, а тут приходится по-быстрому. Поездки Копь Семёнинская. Даже не видно, все наросло. Сколько здесь недель было проведено, сколько под этой, мое место было на полу, не на палатах, а на полу около печки, сколько вот здесь вот, вот здесь вот, с этой стороны, сколько ночей здесь было. Вырежь на колеске, но он ее почему-то не забыл. Забыл про меня. Не жарит, ходит с камерой. Вот это класс. Лук пригорел весь. Да ничего, это лучше. Это же лучше. Чтобы она крупнее оказалась. Крупно, ну-ка давай. Новый. Самую крупную картошку we'll be right back.
доставали. Был стол раньше. На этот стол ставили образцы, которые, ну, не очень такие. Вот керн, тут вот кернохранилище было в свое время. Шпатик, шпат, мусковит. Все как и должно быть. Крапива выше моего роста. Баня. Баня, баня, баня. О, птичка какая-то. Да ну что ты, ну спугнул, зря. Ой, стиральную машинку я ему привозил как-то. Это все, что от нее осталось. Шкивы. Все пошло прахом. Да, на этом полке парились. Пол сгнил, все сгнило. Да. Ну ладно, чё ж. Ностальгия по прошлому. А здесь с Толей Ильиным мы ремонтировали его мотоцикл. Вот эта сарайка была. Большая. Здесь сено хранили, и мы с Александром на сене спали. Красота! Ни одного комарика. Только за шкирку попадала и щекотала. Ну ладно, пойдем к Семенихе. Как заросло все, ужасть. Все заколочено, чтобы не заходили, не проваливались. Ой, грибы, грибочки. Красноголовик. Ну, я, наверное, грибы собирать. Ножик там остался. Вместо грибов кто-то оставил здесь. Показать. Вот эти. Кварц. Вот хорошие большие кристаллы. Это даже такого дымчатого цвета. Ну да ладно, пусть стоят. Кварцевая щетка. Почистить, может, ничего будет. Ну вот на Семенихе говорят, что вот такой вот шпат был коричневый. Отличался от многих копей. Кварц такой мощный.
Вот московит в пигматите. Хороший натюрморт. Рядом волнушка и красноголовик. Ладно, поедем на другие копии посмотрим. Копия придорожная. Обычно здесь груздей бывает полно. Это что такое? Почему нет? Вот там вон они. Ну вот. Ну вот, есть же ведь. Почему мало? Странно. А вот груздочки. Вот, ну кто-то ходил уже. Вот. Это мои любимые грузди. Сейчас мы их режем. И привезем домой. Если они не червя... Ух ты, выпало. Выпало, выпало. Эй, красава. Вау. Да, саму-то копь. Вот эта копь придорожная. Мы с Александром ее начинали. Четко видно. Крупный. Блочный пигматит, ядро кварцевое, которое уходит вглубь. В ядре попадаются нечто похожее на кристаллы. Вот. Гнейса вообще не видно. Гнейса не видно, да. Видно прекрасные глыбы гранита по бокам. Кстати, гнейс видно, похоже, но очень далеко. Начинаем. Да, страшно начинать. Так, ну ладно, отъезжаю. О, как она тут у нас завалена-то. Кто-то работал рядышком уже после. Вот здесь вот. Вот здесь вот кварц хороший. Такой был. Кристалл здоровый, ну и по мелочи. Это место медианки тогда облюбовали. Красавицы такие, золотисто-медные. Но тут нет их. Нет, кто-то что-то здесь. Зря, конечно. Что здесь искать? Вот гнейс. Ну, вот пигматит. Нужно же рыть в сторону, где пигматит крупнее. Мы уже говорили об этом. Вот характерный пример. Вот видите, серый гнейс. Что там делать? Там нечего делать. Вот пигматит начинается. Вот он мощный. Пошел пигматит, жила. Вот. А здесь вот мы копали, вообще шпат был крупный, крупноблочный с обеих сторон. И вот в этом шпате. Вот в этом шпате и надо. Ну, пигматит красава, конечно. Смотрите, какие. Вот какие письмена.
Оп, пузырь. Андрей Крючков. Толя Ильин. По дороге на Копелинку, вот самое высокое место, горка называется. Вот отсюда Билайн берет. Довольно хорошо созвонился с домом. Сейчас поеду туда, вон посмотрю. Ильинку надо заснять, 100 лет тоже не был. Так, это дорога на Ильинку, а вот эта дорога, вот. Она на Копщель. Но я по ней не поеду. Потому как тут уже все нахрен заросло. Керыжики. Махоньки. Все заросло. Можно было, конечно, эту копию работать дальше. Но по вполне понятным причинам нельзя. Сколько тут волнушек. Волнушки, волнушки, волнушки. Накатана какая дорога. К офицерской избе. Тропка протоптана, натоптана. Значит, люди ходят. Вот, пожалуйста. Все путем. Дрова заготовлены. Спенено все. Я там печку подшаманил, но это было давно. Просьба, оставайтесь людьми. Конечно, даже заходить не буду. Ну что, все полно, сковородочка здесь и костровище. Все нормально. Пойдем на Ильинку. Это все бабки. Вот, 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 вон. Тут несметное их количество, конечно. Ноги сломать можно. Копелинка. Вот здесь Толя Ильин долбил. Неплохие образцы он отсюда достал.
кварца хорошего фиолетового такого аметистовидно. И аметисты на Адое, пожалуй, вот эти самые лучшие были. Валился сейчас, хлюпает вода. Ну, здесь не знаю, ребята. Че она какая широкая стала? Рукав. Все равно не могу врубиться. Чем ребята руководствовались? Пигматит, что ли? Около бутылки. Там вот проводничок. Возможно. Ну ладно. Ну вот здесь вот и то веселее. А вообще вот тут рядом дедовские копии. Можно их продолжать. Ну ладно, все, хватит. Домой надо ехать, а то там такая дорога. Еще и не выберешься. Вот уж дерево срублено, в дупле которого то ли инструменты хранил. Чтоб не таскать каждый раз. Ничего, шахта забабахана. И вода там. Вау. Вау, ребята. Молодцы. То ли дело раньше работали. Ну да,
похоже, конечно, пегматит с кварцем на аметист это долбили. Вот этот отмоем образец. Перекур заднее место набил, по камням тут прыгаешь. Вот, бруснички поедим. Тут уже собирали дороги, так уж оборки.